Экономические сведения говорят о том, что возможно увеличение количества транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. То есть, скажем так, вот это вот расслабленность сама по себе, праздник, дарили, пишет, хорошие погодные условия, теплая погода. Естественно, на дорогу детей будет намного больше. Поэтому риск совершенно дорожного происшествия увеличивается. С нашей стороны, профилактические мероприятия, те же самые агитационные, пропагандистские, ну, для того, чтобы вновь акцентировать. Как проще и понятнее разъяснить ребенку необходимость соблюдения правил дорожного движения? Да, на собственном примере и из собственного опыта замечаю, что школьников и болтусов на дорогах Магнитогорска в разы меньше суицидальных бабушек, полупьяных придурков и дебильных мамаш и папаш с детьми. И это результат планомерной и постоянной работы сотрудников ГИБДД. А это соревнование школьников и их родителей в совершенствовании правил дорожного движения. И если бабушка на велосипеде выглядит прикольно, то совершенно другие впечатления получаешь от грамотных ответов подрастающего поколения. Поэтому наши дети практически знают правила дорожного движения.